Сейчас иду по согласованному маршруту, без нарушений заповедных зон. Вот, на высоту Эфа. Сейчас посмотрим, что за высота. А это та самая высота Эфа. Напоминает долину смерти в Литве, на литовской части Куршской косы. Высота Эфа только с другой площадки. За вторым мысом находится российско-литовская граница, куда сейчас не доберешься. А это поселок Морское. Сотни туристов приехали на высоту Эфа. Экологическая тропа под названием «Высота Мюллера». Вот, одна из дюн. Вот. С этой стороны видно озеро Чайка. Самое главное здесь – это воздух. То есть ты дышишь легко. Он какой-то такой насыщенный, богат кислородом. В 7 утра здесь никого нет.